Всем привет! Сегодня на ужин я буду запекать котлеты рыбные в духовке. Вчера сделала фарш из килограмма минтая. Отделила его от костей, сняла кожицу, мелко нарезала. Можно пропустить в блендер. 2-3 луковицы понадобится, 2-3 зубчика чеснока, 2 булочки замоченных в воде или в молоке, 1 яйцо, 2 столовых ложки майонеза или можно взять немножко грамм 50 сливочного масла или 2 чайные ложки сахара, 2 чайные ложки соли, пол чайной ложки смесь перцев или просто перцев. Еще я добавлю немножко приправку к рыбе и 2 столовых ложки растительного масла. Можно добавить пол чайной ложки еще мускатного ореха. Сейчас одну луковицу я изрежу мелкими кубиками и поджарю на сковороде. Остальные 2 мелко порежу прямо в фарш. Или можно пропускать мясорубку, если вы фарш делаете. В мясорубке еще добавляйте туда отжатую булочку сразу. Измельчила лук. Поставила сковородку, в нее наливаю 2 столовых ложки этого масла. Выкладываю лучок и буду посматривать. Остальной лук измельчаю мелко. Или можно пропустить в блендере. Лучок складываем в фарш. Добавили огонь. Поджариваем одну луковицу. Выкладываем отжатую булочку, краешки я у нее сняла, отжала. Яйцо. Грамм 50 масла сливочного или 2 столовых ложки майонеза. 2 чайные ложки сахара. 2 чайные ложки соли, 1/2 чайной ложки смесь перцев, 1/2 специй для рыбы, где-то тоже 1/2 чайной ложки. Все хорошенечко перемешиваем. Добавляем измельченный чеснок. Еще раз все перемешиваем. Приготовить противень, постелить на него пергамент, можно силиконовый коврик. В самом конце добавляем поджаренный лук, остывший уже.
сформировали котлетки и ставим их в разогретую духовку на 45 минут. На 40 на звоночек. Будем ждать. Вот такой ужин у меня получился. Картофельное пюре с запеченными рыбными котлетками в духовке. И салатик капустный. Все, кто ужинает, всем приятного аппетита!